Скажите, как вы считаете, нужно ли захоронить тело Ленина? Блин, по-моему, давно пора. Пускай лежит там, где ему, где он лежит. Зачем? Это история нашей страны. Ни в какой стране больше тела так не валяются? Ну, не надо так говорить, не валяются. Это хамство ваше по отношению к великому человеку для нашей истории. То есть вы за то, чтобы он так и продолжал в мавзолее лежать? Я за то, что не надо трогать историю и сносить памятники. Я так давно не задумывался над этим вопросом. По-моему, это уже слишком давно прошедшие дела. Мне безразлично. Ну а почему бы и нет? Да, давно, пора. Оно и так захоронено. А, то, что мавзолей стоит? Нет, мне так нравится. Зачем оно там стоит? Не знаю, что посмотреть на него. Ну, наверное, да. Сжечь его и разлить где-нибудь, где его уже никто не найдет. Я считаю, что это очень сложный вопрос, на самом деле, потому что, с одной стороны, наверное, да, чисто по-человечески, а с другой стороны, это наша история, и, наверное, как-то с этим стоит считаться. Поэтому это очень сложный вопрос, стоит или нет. Да или нет? Я не могу сказать однозначно, это очень неоднозначный ответ. Это очень сложно ответить на него как-то однозначно. Я хочу ответить. Потому что у нас уже 100 лет советская власть. Поэтому его не перезахороняют. В русском национальном государстве его бы не было. Я не знаю, как бы мне его немножко жалко. То есть он все-таки кое-что сделал для нас, этот, ну, Ленин, товарищ. А зачем вот он там лежит-то в мавзолее? Ну, все-таки надо похоронить. Он же все-таки, ну, то есть по-православному как-то надо его... Он мучается, что мы его это вот препарируем-то? Почему до сих пор вот этого не сделали? Я не думал об этом, честное слово. Ну, нехорошо. Он мучается. Ну так, если без прикола. Блин, может быть, она разваливается сильно уже. Без понятия, почему это не сделали. Может быть, и сделали, даже никого не пускают вроде как. Вероятно, всем остальным тоже безразлично. Где лежит, там лежит. Это же политика, нас никто не спрашивает об этом. Не знаю. Наверное, неоднозначная фигура историческая. Господи. Мне какая разница, стоит или нет. Лежит и лежит, себе никому не мешает. Вот политика — это что такое, по-вашему? Что означает это слово? Вот это озадачили. Может, своими словами? Естественно, своими. Чьими же еще? Политика — это искусство межгосударственных отношений. Искусство ведения межгосударственных отношений, если кратко. Политика — это деньги. Ну, блин, не знаю даже. Ну, блин, народу же надо постоянно хлеба и зрелищ. Ну, вот политика — это, по-моему, зрелище. Это то, что мне совсем темно, чуждо и не нужно. Вот. Грязное дело. Даже не знаю, что ответить. Ну, наверное, это коммуникация в первую очередь. В своих интересах. Что такое политика? Ну, это... Не знаю, нет ответа. Не могу так сформировать быстро на камеру. Слушайте, сложно сказать. Ну, сложно, короче. Политика — это измазанная в говне экономика. Вот. Это Крым... Рим, Сирия и все наши вожди. Искусство управления народом, государством. Я согласна. Фраза «не твое собачье дело» и «политика» — это синонимы? Нет, нисколько. Нет. Оскорбление и политика. Ну, я не приемлю грубости. Отдаленные, возможно. У нас просто вот спрашиваешь, почему бензин дорожает, а нефть дешевеет. Говорят, ну это политика. Вот как? Ну, значит, это не мое собачье дело. У нас вот спрашиваешь у людей, например, там, почему с Украиной воюем или с Сирией, они говорят, это политика. А как это понять? Ну, это чьи-то интересы. Кто-то в своих интересах организует вокруг себя сторонников, влияет на них, ну и так далее. Ну, я не знаю таких людей. В моем окружении так не говорят. Ну, это серьезный вопрос. Не хочу в эти... игрушки играть. Я же девочка. А вот по-вашему, есть какой-то смысл, если политика противоречит логике? А в ней вообще смысла нет. Нужно понять, у нас государство для народа или народ для государства. Оттуда уже искать логику. Политика противоречит логике? Да уже сам вопрос противоречит самому себе. Вот у нас она в России не противоречит логике? А как вы думаете?
Противоречит. Я говорю, как вы думаете? Я считаю, что противоречит. А вы? А я? Денег нет, да вы держитесь. А вот когда политика противоречит логике, это норма, по-вашему? Жириновский, по-нашему. Ну, мне Трамп нравится. Он как-то врет, но как бы по теме. То есть он как-то более искренний, чем все остальные. То есть он какой-то более открытый парнишка. Нет, но мы привыкли. В этом мире очень много что противоречит логике из того, что придумали люди. И политика, да, она, наверное, среди первых вещей, которые логике противоречат. Есть ли в ней смысл? А что такое смысл?